Сегодня на улице 10 декабря. Как известно, все березы скинули свои листья еще в сентябре месяце. Они пожелтели, а сейчас они уже давно бурые и давно уже превратились в удобрение. Эта береза – это эксперимент. Прямо у дома Виктора Ивановича Петрика еще одно маленькое чудо. В середине декабря березка с настоящими зелеными листьями. Об этом ее сам попросил Виктор Иванович еще летом. И береза, словно выполняя его просьбу, листья не сбросила. Должна сбросить к Новому году. Посмотрим, в чем закончится этот ненаучный эксперимент. И вот снова лето. И вот те две березки, что участвовали в моем эксперименте. И я намерен в этом году повторить его. И я предлагаю встретиться ровно через год на этом же месте, а также все желающие, особенно ученые, смогут взять себе на анализы веточки, листья, для того, чтобы мы вместе изучили это явление.